Могилеве з'явится первая школа барабанщиков. Идея открытия належить удельнику могилевских городских оркестров Кириллу Шумейко. По словах музыки, сегодня в области назирается дефицит так званых ударников, а попыт на их расте. Набор у группы ведется 6 год. Научаться будущие барабанщики будут на индивидуальных занятках, после чего сформируются группы. У меня есть как бы своя определенная программа, по которой планирую работать, которую собираюсь развивать. И преподавать не только барабаны, дальше это будет хэнг-драм, дальше это будет кахон, всякие перкуссионные инструменты. То есть, в принципе, хочу захватить большой, скажем так, кусок семейства ударных. У хуткім часе выязная школа барабанщиков з'явится и у трех районных городах в области. Это Бялыныч, Шклоу и Бобруйск. У далеких планах организаторов так званые марш-бенды. Маршевое барабанное шоу, у складе якого звычайно не один десяток музыкантов.